Дебаты среди представителей молодежных организаций и образовательных учреждений Нюрнбергского района прошли в здании местной администрации. На обсуждение споры всем участникам были предложены вопросы из четырех тем – политика, экономика, культура и история. Все темы включали в себя вопросы, непосредственно касающиеся Нюрнбергского района. Таким образом, участники не только отстаивали свою правоту, но и смогли показать свою эрудированность. Команда филиала Северо-Восточного федерального университета заняла первое место среди молодежных организаций, ну а среди школьников лучшими стали представители команды гимназии номер один. Подобное мероприятие в открытой форме прошло впервые, но организаторы планируют в ближайшем будущем устраивать дебаты чаще. На сегодняшний день мы дебютировали с мероприятием подобного характера. Я думаю, что это будет не единственный раз. В ближайший год как минимум дважды-трижды мы повторим. Будем привлекать как можно больше народу. И в итоге, я думаю, это станет систематическим, хорошим турниром дебатов.